Знаете, я выросла на клипах MTV. Да. И для меня это большая честь. Это было невероятное приключение. Загадывать самые несбыточные желания и смотреть, как они сбываются. Музыка, кино, концерты. Я всегда одержимо занималась карьерой. Когда люди говорили, ты слишком за многое хватаешься, надо выбрать что-то одно. Мне часто это говорили. И я всегда думала, но почему? Почему так? Поэтому мне пришлось прокладывать собственный путь, создавать собственные правила. Я была одержима работой, и какое-то время мне это нравилось. Работать, работать, работать. Я люблю тебя, Халид. Но потом в моей жизни появились эти два маленьких ангела, и все изменилось. Да. Я знала, что должна стать лучше, должна стремиться выше, должна быть сильнее, чем раньше. Благодаря этой абсолютной любви моя карьера, мой путь стали яснее. И сейчас я стою здесь. Сильнее и лучше, чем когда бы то ни было. Спасибо, Макс и Эми. Мне еще столько надо сделать, и я точно знаю, что будущее будет еще ярче, чем все мои былые достижения. Благодаря вам. Я должна поблагодарить очень многих за эти 20 лет. В первую очередь, тех людей, которые все эти два десятилетия были рядом. Моих фанатов, моих мечтателей, моих друзей, мою семью, которая помогала мне не расслабляться. И это очень важно. Я должна признаться в любви Бенни Медине за все 20 лет, что он боролся за меня, любил меня, верил в меня. С того первого дня, когда я проиграла тебе ужасное демо своей первой песни. Без тебя я бы здесь не стояла точно. Элейн Голдсмит-Томас, моя трехглазая ворона, моя скорая помощь, мой двойник. Ты помогала мне каждый день, и я не хочу представлять этот путь без тебя. Ты мой бесценный друг. Спасибо Томми Матоли и Кори Руни. Они научили меня, что такое быть артистом, быть музыкантом, что такое работать в студии, отдаваться музыке без остатка. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку. Даже сегодня вы привезли меня сюда вдвоем. Я никогда вас не забуду. Спасибо всем, с кем я работала. Кевин Хевейн, Дебби, Тиана, Табита, Наполеон, Кайл, Кимберс, Кевин, Тизли, Стиви, Маки, Бизи. Моя гламурная команда. Роб, Мэрил, Скотт, Крис, Том, Джимми, Тара, Натали. Спасибо всем танцорам, моей группе, всей команде за сценой. Брюс, всем спасибо. Моим девочкам Анне, Лорен, Ли, Джей Рэй. Всем спасибо. Спасибо MTV. Спасибо, что поверил в меня, Брюс Гилмер. Спасибо всем режиссерам, которые помогали мне создавать мои видеоклипы. Фрэнсис Лоуренс, ты ведь в зале? Уверена, что в зале. Встань, Фрэнсис Лоуренс! О, боже, вот ты где! Дэйв Майерс, я знаю, ты сегодня тоже здесь! Боже, Пол Хантер, Джесси Тереро, Джозеф Камп и многие другие, спасибо за ваше видение и ваше сотрудничество. Спасибо, что прислушивались к девочке с безумными идеями. И, конечно, спасибо моей маме Люпе, главной королеве танца. Все, кто знает Люпе, знают, откуда у меня способность к танцам. Спасибо отцу, моей опоре, папочке Дэвиду, моим сестрам Линди и Лесли за их любовь и поддержку. И Алексу. Ты как отражение моей души.
Мы как зеркальное отражение друг друга. С тобой моя жизнь стала лучше и легче, потому что ты помог мне осознать, что каждый день возможно все. Вселенная безграничная, вместе мы можем добиться чего угодно. Благодаря любви, доверию и пониманию. Столько еще предстоит сделать и испытать. И я не хочу делать этого без тебя. Ты мой мачо, я люблю тебя. И, наконец, отдельное спасибо моим фанатам. Моим поклонникам. Боже, вы навсегда в моем сердце, в моей душе. Вы стали частью меня. Все, кто знает меня, знают, как много для меня значит преданность. И вы навсегда завоевали меня. Спасибо вам. Я вас люблю.